небольшой задержкой, пожалуй, самый мистический праздник – Хэллоуин, отметили участники интеллектуального клуба «60 секунд». В обычной жизни собравшиеся студенты или офисные сотрудники, но в канун Дня всех святых за столами вампиры, ведьмы и демоны. В этот четверг, как обычно, более сотни ивановцев собрались посоревноваться в знаниях и продемонстрировать широкий кругозор. В честь праздника и вопросы были необычными, зловещими. Гость программы – выступление с питоном, желающие могли с ним сфотографироваться.